К базе строительных материалов прибывает тяжелая техника. Судебные приставы последний раз просят предпринимателя привести муниципальную землю в надлежащий вид самостоятельно. Соответствующее решение суда есть, однако нарушитель, как и прежде, стоит на своем. Данный иск, поданный администрацией муниципального образования города Анапа, должником в добровольном порядке не исполняется. Значит, должнику неоднократно вручались требования о том, чтобы решение суда было исполнено, которое вступило в законную силу. Соответственно, нет никаких оснований его не исполнять. Значит, 24 числа ранее уже судебными приставами производились исполнительные действия, но должник не только не исполнял данное решение, но и всячески препятствовал. То есть на стоянке территории, прилегающей к месту совершения исполнительных действий, было направлено порядка 30 автомобилей иных лиц, которые не только своими транспортом, но и самостоятельно препятствовали проведению. Предприниматель же, в свою очередь, утверждает, что действия приставов неправомерны, ссылаясь на то, что в судебном решении нет точных координат участка, который он должен освободить. Что они должны убирать? Может быть, они вот здесь должны убирать? Может быть, вон там? Какое решение суда? Да, есть решение суда. Но в решении суда не сказано приводить в соответствие и чего приводить в соответствие. Твердо отстаивая свою позицию, Христофор Катаров категорически отказался убирать автомобиль от места проведения работ. Группа поддержки предпринимателя встала живым щитом, не давая возможности эвакуировать мешавшие проезду тяжелой техники автомобили. Однако при помощи сотрудников полиции машина была эвакуирована. Второй автомобиль собственник убрал уже самостоятельно. Только после этого техника смогла приступить к работе для выполнения решения суда.